Вчера приобрел данную технику. Аппарат безвоздушной покраски СПТ-440. Попытаемся его открыть. Посмотреть, что в нем внутри. Долго-долго выбирал, смотрел. Красить надо не очень большие объемы. Это, похоже, удочка. Какая-то коробочка. Ну, посмотрим ее потом. Набор ключиков. Это вот, видимо, масло для смазки. Но оно немножко подтекло. И при том конкретно подтекло. Есть небольшой косяк. Видимо, это манометр. Открываем коробку. И здесь мы видим чудо техники. Кстати, упаковано весьма хорошо. То есть, видимо, серьезное предприятие его делает. Вытаскиваем из коробки. И что мы видим? Вот такой вот аппарат. Шланг, закрытый заглушками. Какой диаметр у него? 1/4 дюйма. Там запсил? Что написано на агрегате? Какая-то инструкция по безопасности. 220 вольт. Есть даже серийный номер. Никаких технических характеристик нету. Итак, заборный шланг пластмассовый, внизу, видимо, вставляется и просто уплотняется на резиночках и, наверное, фиксируется труба каким-то этим зажимом. А это у нас трубочка для прокачки. В принципе, тоже наделась. И хомутиком зафиксировалось. Вот такой вот шланик. Так, смотрим, что у нас здесь. Ну, пистолет. Точно. Пистолет. Мелкий, наверное, 60-микронный. Уплотнительная резиночка, одна штучка. Ёршик. Больше здесь ничего нет. Значит, это инструкция на пистолет. Ну и такой достаточно солидный. Так, как-то здесь оно должно открываться. Так пока еще не разобрался. Ну, будем смотреть. Будем искать инструкцию. Ну, инструкцию я не нашел. Образом сюда. Накидная гайка. Ну, вкручен как вкручен, цифры вверх ногами. Видимо, так положено. Ну, в общем-то, и все. Никаких характеристик в корпусе я не нашел. Вот, вскрывать, наверное, не будет.
Ладно, посмотрим, как он покажет себя в работе. Спасибо.